один из тех передатчиков. Если проследовать по маршруту, данные восстановятся. Решительно. Так что помешало? Еще маршрут полета. Начальная точка неподалеку.
Знай они правду. Их последние месяцы были ужасными.
славу. Еще один сигнал. Тоже передатчик? Подберусь поближе. Здесь поврежденная запись, а еще маршрут полета. Начальная точка неподалеку. Сегодня я чудом уцелела. Нас послали изъять важные данные для нужд нового рассвета. Целью была клиника на холмах, центр планирования семьи. Зачем супероружию сведения о хранении эмбрионов? Ради этого наших солдат и гражданских отдали на растерзание? У нас не было времени разбираться. Рой пожирал холмы вокруг нас. Мы едва успели добежать до них. Против Титана вышли 4-я, 9-я и 11-я механизированные бригады. Думаю, мало кто вышел. Я слишком отклонилась от маршрута. Открывать людям правду. Элизабет это понимала.
Еще один сигнал. Может разведать, что там? Еще один передатчик. Чтобы извлечь данные, нужно пролететь по маршруту. Электричество мне тут не поможет. Парк просто еще одна позиция, которую мы едва держим. Большие потери. И про них, конечно, молчок. Мне нужно поторопиться. После Пангеи падет Л.А. А в довершении ко всему, на базе ко мне стали присматриваться. Они наблюдают, подозревают. Нужно будет слить записи сразу, как вернусь. Приближалась чума Фару. Ха. Я опять засекла сигнал. Значит, есть еще одна запись.
Чтобы восстановить данные передатчика, нужно подняться в воздух. Найти бы светофор. Дочка. Как только я прибыла на базу, меня схватили. Очнулась. Два злых мужика светят мне лампой в лицо. Они знали, что я задумала. Локальные диски они уничтожили, но до резервных копий добраться не смогли. На самом деле сражаются. А правда в том, что мы боремся за будущее. Пусть даже не для себя. Скоро увидимся, Паша. Элизабет подарила ей надежду. Поэтому она не раскрыла тайну нового рассвета. Солдаты держались до самого конца.
крыло пока держится. Сколько машин? Что их сюда привело? Снаряженные озера. Может, после них тут что-нибудь осталось? Музыкальная шкатулка. Может быть, звук привлек машину. На ней тоже вырезано указание. Значит, это указание на закопанное сокровище. Видимо, мы решили принять помощь. Скоро он имеет полный набор указаний. Намного лучше. Хо-хо-хо! Поразительно! Подруга, ты не поверишь, что я видел! Железный бес восстал с того берега моря, разворотил пол горы, а потом пошел искупнуться! В жизни бы не подумал, что такая массивная машина умеет плавать. Но в нем и правда есть что-то от медузы. И в тот момент, когда я стал гадать, что же он делает среди волн,
Бабах! Он взорвался. Видно, морская вода ему не по нраву. Если вдуматься, в этом мы с Железным Бесом схожи. Тебе говорили, что твоя подруга Гея – прекраснейший собеседник. Она совсем не устает от моих речей. Гея одарила меня картой мира предтеч. Я гляну, что к чему, и отправлюсь на север. Или на юг. Или на восток. Подумай только, у предтеч перед глазами были все знания мира. Ха! Они, небось, никогда ни о чем не спорили. На этих берегах полно исполинских построек, оставшихся от предтеч. В одну из них я даже проник. Залез на головокружительную высоту, а там такое диво! Куда ни кинь взгляд, повсюду верстаки. Одни отгорожены стенками, другие стоят сами по себе. И так, этаж за этажом. Верстаки. Вот было бы здорово посмотреть на них за работой. Представь, встаешь утром, берешь инструменты, поднимаешься на такую башню, и потом целый день ваяешь шедевры бок о бок с другими кузнецами. Трудолюбивые были люди, раз им требовалось столько верстаков. Они поди делали броню до того крепкую, что проглот все зубы обломает. Готов поспорить на что хочешь, этим мастерам работа была только в радость. Скорее бы слазить в руины с этим чудом на виске. Столько дверей откроется и не захлопнется. Тебе говорили, что твоя подруга Гея прекраснейший собеседник. Thank you.
здесь оказались. Кажется, я прогуливаю стены. Посмотрю, нет ли там чего ценного. Шапка. И внутри нее тоже указание. И тут записка. Этот собиратель не доверял своим начальникам. Речь о братьях-жестянщиках. Похоже, они думали в первую очередь о себе. Вроде собрала все указания. Начинать надо от того лагеря. Можно попробовать отыскать сокровища. Не жаль! Ищем тебе гнездышко. Это опасные берега. Без моего товара тебе будет трудно. Yeah.